Всем привет, ребята! Сегодня у нас 15-й выпуск по ширпокейсам на Изидропе. Продолжаем эту эпопею 30-дневную. Если ты до сих пор не подписался на канал, хочешь узнать, чем же это все-таки закончится, подписывайся на канал, ставь лайки, дизлайки, пиши свои комментарии, предложения, сбрасывай промокоды. Ну а мы начинаем. Как обычно, закинул на баланс 250 рублей, используя промокод на 40%. Баланс у меня сейчас такой. Как я вчера говорил, то есть нам нужно выбить сейчас еще 3 скинчика хотя бы от 40 рублей, чтобы сделать 2 контракта по 10 предметов. И посмотрим, соответственно, что из этого выпадет. Так, ну для разминочки сперва откроем по 4 обычным способом. Посмотрим на то, как он бороданет меня. Да, ну вот так вот он меня бороданул, как обычно, с африканской сеткой, да. Хотя я окупился, получается, тут не бороданул. 5 рублей, ну, все-таки это в плюсе там, да. Ну, вот здесь зато бороданул. Здесь бороданул. Смотрим еще, что там дает. В общем, 30-дневная эпопея, потому как бреет сайт. Сегодня день 15-й. День 15-й бритья. То есть я уже выбрит гладко к 30-му. К 30-му выпуску побрит. Блестеть уже будут кости черепа, да? От того, какое количество бритья здесь происходит. Так, ну сейчас еще попробуем быстренько. Потом крутанем фри-кейсы. Может, там с фри-кейсов, конечно, что-нибудь упадет. Ну, черт его знает, черт его знает. Давай быстренько. Ни о чем. Тут тоже ни о чем. Смотри-ка, воскресенье прям. День какой-то такой прям. Слушай, ты завязывай давай. Давай тогда все-таки бесплатные попробуем. Что с бесплатных более-менее хоть что-то там падает. Так. Гроза пролетела. А, ну тут гроза, да? Не, валентность, валентность. Сколько? 13, да пошел ты. Не стоит. От 40 рублей будем контракты закидывать. От 40 рублей. Алоха. Алоха, и что ты тут? 9 рублей. Ну, вообще прям. Что-то сегодня сайт. Сайт вообще расслабился. Че ты выпадешь мне? Я уж поверил, представляете? Я уж поверил. Все, все недоступно. На 325 рублей. Напродавались, тут еще надо закидывать наши. Ну а мы опять возвращаемся к нашим любимым, горячо любимым, много уважаемым, много обещающим ширпокейсам, не дающим ширпокейсам. Ну как не дающим, что ты тут применяешься? Конечно, они периодически то и насыпают, да, периодически. 39, ну это ни о чем, периодами. Ну, большая часть, конечно же, ты в пролете оказываешься. Ну, как-то сегодня прям вообще, как-то сегодня. Может, чем дальше, тем все сложнее на одном и том же сайте, когда открываешь. Просто тенденция какая-то интересная получается. Просто какая-то интересная тенденция получается, что... В худшую сторону идет прогресс. Ну, это регресс. В худшую сторону получается. Ну-ка, давай мы разнообразие. Я говорю... 4. Ой, нахера 4-то? Ёпарасоте, блядь. Вот ты дурашлёп. Ой, блядь. Я ж одну хотел открыть. Чё 4-то сразу? А, с ножом меня это, да? Чё, вот здесь, да? Что? Ах, хуй-то там... За 19 рублей. Не, в пинду. Две карточки там что-то угадал. Ну, все равно на 19 рублей это ни о чем. О, тут Desert Eagle выпадет. За 22. Ну, это смешно это. Это смешно. Это неинтересно, это невкусно. Неужели вторая серия без какого-то хорошего там вкусненького дропа? Не, ну все равно, пока 20 скинов
дороже 40 рублей не выбью, я не буду два контракта делать. Поэтому выбиваем. Цель, конечно, мы не забываем, что цель это нож. Цель это нож. Любой, то есть неважно какой, но любой нож с ширпокейсов. Нож ширпокейса. Ну, как бы небольшой такой, но плюсик. Но мне это не интересно. Мне нужен один. Один и хотя бы рублей от 40. Но сайт сегодня считает по-другому. Считает по-другому. Сегодня, кстати, видос я записываю в новой программе. Посмотрим, как там будет качество. Посмотрим. Посмотрю там, как будет звук. Пока не тестировал еще, не знаю, что там. Все фигня. Не, ну давай. Давай уже это все. Ты. Ну я прямо вот чувствую, ты хочешь дать нож. Хочешь дать нож, но стесняешься. То есть не знаешь. Ты как бы не стесняйся, просто давай нож и все. Я тебя пойму. Пойму. Обижаться я на тебя не стану. Поэтому не стесняйся, давай нож. Если он будет самый дешевый, самого хренового качества, то есть ты не переживай вообще за это. Вообще не переживай, сайт. Изи дроп, ты на 32 копейки купился, обалдеть. Прям прикольно. 24.01 бы еще, знаешь, вот на 24.01 бы окупиться прям для сарказма. Интересно, можно на 24.01 окупиться? Ну, вообще, на одну копейку окупиться. Так, за 19. Ну-ка, давай по 2 и вот так. И быстренько. Хрен. 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 Вот сегодня вот... Что-то реально прям... Реально прям... Ни хрена не хочет давать. Вообще ни хрена. Вообще. Обше. Че, или может это вот время в это, вот, которое он не хочет давать. То есть, может у него по часам запланировано, когда он выдает скины, когда не выдает скины. Ну, по крайней мере, сегодня это самый говеный выпуск по открытию, потому что ну реально еще ни хрена стоящего не выпало. Ни хрена. Ничего стоящего не выпало вообще. Вообще. То есть бесплатных кейсов шлак. Отсюда ваш шлак. То есть полностью какой-то шлак. Скоро ты меня там сольешь. Ну, уже скоро. То есть маленечко осталось. То есть вот тебе даже на 13-м выпуске на чертовой дюжине и так было не стрёмно. Не такие стрёмные скины падали на чертовой дюжине. А тут прям что-то это. Хрен какой-то. Хрен. Падает и падает. Серая. То есть одна серость падает и все. Вообще. Что за беда такая? Что за фигня? Ну, завтра я с вечером буду открывать. Завтра, наверное, по... Ну, что, тогда будем завтра контракты делать. Потому что не падает сегодня. Поэтому... А, чё, блядь, что-то там походу было. Что-то там походу было приличное от 40 рублей, наверное. Что-то ты не посмотрел, чё. Ну, это один там скин, все равно. Херня полная. А может просто все вместе там на 40 рублей было. Охренеть, блин, столько всего и... Ну вот реально сегодня одни вот эти вот серые полосы. Одна серость. Пара там синих этих выпала и все. Ничего вообще сегодня. Ничего. Охренеть. Ну да, вот.
И такие вот, получается, бывают периоды. Либо уже пора всю коллекцию скинов, вот которые там у меня, выводить или продавать, или сливать, ну или что-то с ними делать там, да, поэтому, наверное, из-за этого не хочет там давать ничего. Что думает, что ты и так богатенький, Буратино. Куда тебе еще? А там скинов-то сколько рублей, наверное, на 800 всего. Ну, вот так вот. Вот так. Ну, что там? Еще, ну, на две прокрутки, да, наверное, еще. Еще на две прокрутки. Может, на три, черт его знает, ну. Прям вообще. Все, ну вот здесь остановись тогда, что ты? Ты жук. Изидроп, ты жук. Может, тут по количеству открытых кейсов как-то считается, смотрится. Я черт его знает. Ну, как бы. Надо посмотреть, сколько у меня, кстати, кейсов там открытых. Сейчас эта хрень протянется. Вообще. По 13. Сколько у тебя вообще? 5537. Ну, я вообще не, как бы не это. Давай, вот на 3-то хватает у меня. Сейчас бах, тресинки выпадет, и это все как надо. Ага. Ну это ты. Тебя тут за плечо трясут, там проснись там, да. Выпало там тресинки тебе. Так, ну вот ты. Не, по 90 купал. И что ты стоишь? 30. То есть ты меня еще, падла, не хочешь отпускать, да, отсюда? То есть ты решил мне вынести мозг конкретно. Ну вот. Ну тут все, да? Тут борода. А почему даже на 3 не хватает? А, на 3 хватает. А, так тебе и на 4 хватало, что ты? Математик хренов. Сколько это? Три синих скина за всю прокрутку. Или сколько? Или 4 синих скина выпало за всю прокрутку. С учетом того, то есть какое количество кейсов там открыто было, да? Ну вообще прям. Что здесь? 5.04. Что-то, наверное, это. Пробики какие-то там. Нет, они невкусные. Падают, может, из-за этого. Так, ну что, ребята, все сами видели сегодня, наверное, вообще самый отстойный выпуск по изи дропу там, да. То есть это вообще самый, ну вот сколько, на сколько скинов? А, нет, смотри, на 1313 рублей есть скинов. Вот, то есть еще надо выбить 3, там примерно до 1500, там это догоним там, да, и потом уже сделать контракты. Вот, ну что, ребят, подписывайтесь на канал, если интересно знать, чем эта вся эпопея закончится, там 30-дневная. Вступайте в группу ВК, ставьте ваши лайки, пишите комментарии, кидайте промики. Все, всем пока, до новых встреч.